В студивную летнюю пору, под вечер, когда уже солнце взошло, спешила я так, опаздывать в школу на важный экзамен нехорошо. Бежала девчонка, теряя сандалии, как ваш ураган все преграды сметя, безумным галопом прохожих пугая, отчаянно «Симон, посипе!» вопя. Хотя на экзамен как чудом успела. Уселась за парту задачи решать, как вдруг среди класса является демон и лапой когтистой хватает тетрадь. Девчушка неробкого была десятка. Подумаешь, демон, видали похуже. Отдай покемона ушастый тетрадку. Или дантер позвать, чтоб надал тебе уши. Ай, демон упомик. Оскалился, прыгнул и лихо сквозь стену во двор улизнул. Атаку во двор, а его уж не видно. Ограбили, черти, кошмар, кру! Пока же девчонка за тварью бежала, вдруг прекратили ей путь санитары. Она говорит. Вот он, держите! Тетрадь отберите, машинца бежите! Тем временем, местной уютной психушке, доктор Ирабо без дела слонялся. В деле своем был действительно лучшим, мог вылечить всех, за кого бы не взялся. Был доктор красив, остроумен и молод. Ужасного города. Доктор Ирабо, к вам пациентка. Итак, чем поделитесь, милая тетя? Я демона вижу. Где? Да вон там. А, на демона это совсем не похоже. Скорее психоз. И волчанка, быть может. Какая волчанка? Вы шутите, что ли? Тетрадку мою он украл еще в школе. Какой интересный и важный симптом. Он просто нахал, клептоман и притом... Простите, так демона тоже лечить? Нет, просто заставить куда-то свалиться. И пусть наконец-то вернет мне тетрадь, придется экзамен пересдавать. Конечно, Манюль, будь так любезна, сделай больной тут укольчик полезный и не забудь угостить витаминкой, сорбиксом, мятой, никотинкой. Выпиши счет, выдать ей справку и прекрати здесь раскуривать травку. На битву со злом одеваете платье? Или живет покемон под кроватью? Плохо, голубцы, называете Бентом? Заходите, мы любим своих пациентов!